Сейчас мигайка. Сейчас я, это у меня, походу, дела уже третья трансляция, да. Сейчас мы с вами будем играть в бабушку. И, блин, уже заказ, короче, я удалю. Не знаю, когда я еще смогу играть. Короче, поехали в Грэнни. Мне нужно быть, по крайней мере, очень тихой. Я могу остановить трансляцию в любой момент. Что такое? Что такое? Что случилось? Так. Эу. Алло. Ой, кто-то пришел, кто-то пришел. Господи, 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 господи. Никого. Микачан. Привет. Я рада тебя видеть. Очень. Хороший человек. Все, кто попадает на мои трансляции, хорошие люди. Блин. Ах, что ж ты не крутишь-то. О. Блин. Изи. Континуум. Поехали. А слишком долго грузит. Да, Микачан, плохие тоже есть. Прям такие, как Кирилл Макаров. Грузись, сволочь. Чё, пацаны не грузятся, да? А, загрузился, ребята. Это прекрасно. Попробуем с вами опробовать разные баги. Не, баги у вас мы с вами только пробовать не будем. Просто тупо, просто поиграем. Побегаем, поносимся от бабушки. А, ключ. Блин, мне нужен ключ. И желательно от снотворного. Воу-воу-воу, вот это такая чувствительность-то. Ты что, ненормальный человек, что ли? Она. Бля. Думал, я уже зашла в шкаф. А нифига. Так, ребята. Эл, Микачан, ты чё ушла? Что за человек? Так, ребята. Бежим. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. А, бля. Муха. Уф, ребята, мы успели. Я думала, мы не успеем от нее убежать. Кто мой второй пользователь? Кто меня второй смотрит? Кто меня два смотрит человека? Привки. Диана Тост, ты хороший человек. Привет. Ой, Микачан, вы хорошие люди. Так, где бабушка? Где бабушка? Не, бабка тут тупая, да? Чё ты не приходишь-то? Дура. Бляха-муха. Новая. Ну ты где, бабушка? Тем, то, что он плохой человек. А, знаешь, бабушка пришла. Это как? Ребята, это каким образом?
как бабушка открыла дверь, и ее нету. Не, ну ладно. Каким образом-то? Ребята, вы мне это объясните? Может быть, у меня что-то лагануло? Или это игра так? А я. Окей. А, бабушка пришла, ёпрс, не-не-не, нафиг. Ах ты ж сволочь такая, а. Сволочь, бабушка, а не... Сволочь, а не бабушка. Взяла, убила своего внучка. Ну, точнее, усыпила. Сволочь. Сбегите из дома за 5 дней. Ты чё, бабка? Точнее, вы чё? За 5 дней из этого дома? О, мамочки. Это необъяснимые последствия. Так. Подходим. Бросаем. Так. Еще одна ваза. А, так. 11.10. Не пойду. Опана. Бабуська. Бабуська. Давай, иди на. Куда ж тебя приспичило, ты сволочь такая, а? Бляха, муха, я не могу ее взять, а. Я думала, она меня увидела. Правильно думала, что она меня увидела. О, господи. Чаму? Так, ребята. Мне страшно. Она, если она сейчас подумает. Она сейчас нас вспомнит, то все нам. О, ну все, она нас вспомнила. А мы закрываемся, сволочи. Ох, ребята, мы успели закрыться. Это очень рискованно было. Рано. А так. Ждем. Кстати, нам нужно следить за нашей зарядкой. Она может отключиться в любой момент. И нам будет обязательно. Вот так. Ну, попозже можно. Понятно? Бабка! Ау! Дурында, ты дура. Ты где? Не, ну ты дура. Не бабушка, а дура. Это реально полная дура. Во-во. Микачан, ты правильно говоришь. О, мы ее вызвали. Отлично, она пришла. Микачан, мы с тобой прям умные люди. Умеем вызывать. Так. Опа, нас ждем, ребят, вот наша бабушка выйдет. Угу, кто мой второй пользователь? Опять Диана Тост. Бабушка, иди нафиг, 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 иди нафиг. Так. Наша бабка. Ой, слишком сильно развернулась, ребят. Слишком сильно и слишком быстро побежала. Тормозишь ты что-то сильно. Человек. Нет, ты не человек, бабушка. Что тебе тут надо-то?
Сори за мат. Летает очень быстро, очень сильно. О, лоток. Прорачимся. Читаем комментарии. Так, ты согласна, Лер, ты тоже очень сможешь? Я не буду ходить. Я не смогу. Меня, короче, не отпускают. Так что все. Все, вопрос исчерпан. Так, ребята. Бабушка пришла сюда. Хрена себе, она сквозь стены проходит. А ты не охранила ли, бабушка? Обалдеть, куда она пошла? Ребята, у нее есть ноги. Охренеть, она может туда ходить? Ребята, я многого не знала об этой игре. Я не говорила ничего маме Диана. Она меня не отпускает гулять. Так, ребята, ждем. Я реально многого не знала об этой игре. И это очень плохо. Вот наша бабушка. Сходила, посмотрела. Нет, нормально так вообще. Как я теперь зайду туда? О боже мой, что ж ты такая тупая-то? Ёпарасоте. Капец, я ору с бабушки. Даша, когда ты звонила, я еще спала. Это было в 11, я сейчас спала. Я не вру. Так что все. Даша, я тебе сказала, мне мама не отпускает. Все, все. Я тебе не вру. Бляха, пики нахрен отсюда. Я не боюсь, меня не отпускает мама вообще, блядь. Все. Я сказала из-за чего. Я сказала причину. Бежим нахрен отсюда. Бля, беги, а. Лобоёбище. Твою мышь. Да, я побежала. А хрен его знает. Никто не знает, никто не догадывается, да? Пиздец. Отлично, как я теперь встану? А, тут никак невозможно встать, понятно. Если я тебе звонила, когда я уже... Я тебе звонила, да, когда я уже не спала, а меня не отпускала мама. Потому что я сказала, что пойду гулять с Витей, потому что я думала, что она меня отпустила. Она меня не отпустила. Все? Все. Не так. Да, ребят, все не так. Все не так.
А, все. Иди нахрен, иди нахрен, иди нахрен. Ох, ребята, мы убежали от них. Господи, боже мой. Страшно стало. Пробуем баб. Потому что после театрального я гуляла чуть-чуть с Витой. Я посидела с Витой и все. И после этого он мне сказал, что больше меня гулять не отпустит. Все, все. Блин, где так работает? Я просто. Здесь что ли? А, бля, хамука. Да, и как это нам делать? Даша, не решай за меня. Я хочу на заброшку. Но я не хочу получить от мамы ремня. Знаете ли, тебя никто не бьет. И хватит меня на ночь бесить. Ладно. Бабушка нам тут сейчас нафиг не нужна. Бабуся, какие же у нее ноги красивые, а? Ай, моя нога. Стекла. Какая ты красивая стала. Лучше ты не... Фу, блин, сквозь эту проходит. Ой, боже. Можно быть только бабушкой. У нее реально ноги красивые, ребят. Они мне очень нравятся. Ну, блин. А, вообще. Берем наш молот. Он ему еще пригодится. А в чем он пригодится, что-то не помню. А, нам нужно забрать доску. Кто сидит сейчас на моем стриме? Лайк, значит.
Ай, фу. Противно. Так, смотрим, что у нас ящик лежит. Ничего не лежит. Прячемся сюда. И поджигаем нашу ловушку, что ли. О, господи, боже мой. Ключ от сейфа. Она, конечно, слепая. Давай сейчас, ребята. Надо было раньше все делать. Сейчас бабка тут будет, да? О, еще один осколок. Ну, я слепая, конечно, ребят, если честно сказать. Бля, бля, тихо-тихо-тихо. А, бля. Радио. Да, радио, дождь. Так, ребята. Сейчас мы здесь, сейчас мы откроем. Там наш проход, там наша дверь, мы сейчас откроем. Бля, надо было сразу бежать. Вот, па. Да уж, конечно же. Так. Так, там типа нету. Сволочь. Сволочь. Ты где? Прибегай. Не поняла, что картина быстро встала. Не поняла. Угу. Давайте, ребят, проверим, куда он пойдет. Главное, чтобы ее тут не было. Так, ребят, сейчас смотрим сразу с двух сторон. Где она, куда она пойдет. На, бляха, муха. О! Хе. Ребята, это было очень страшно. Пошла туда, услышала здесь. Туда услышала, там, а мы здесь. И все.